Дорогие друзья, благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня хотела вам предложить еще одну закуску на праздничный стол. Обжариваем бекон, пока мы с вами приготовим панировку. Все. Хорошо мы обжариваем наш бекончик. И пока подготавливаем следующие ингредиенты. Это у меня, видите, какой красивый козий сыр. И сыр Филадельфия. Добавки можно взять совершенно разные. Ваши любимые. Добавить перчик чили можно. Можно орешек вовнутрь. Очень вкусно с сыром дорблю. Тут уже включайте вашу фантазию. Все, обжариваем бекон. У вас как раз есть время подписаться на мой канал. Я уже подготовила миндаль еще дробленый. Мы сейчас с вами сюда добавим. Пока обжариваем до красивой золотистой корочки. Наш бекон почти поджарился. Я добавляю еще миндаль. И тоже все это обжариваем. Запах. Вы не представляете, бекон, сейчас будут жареные миндали, уже пошел запах. Наша панировка почти готова. Продолжаем. Наш бекон и орешки готовы. Я перекладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Пусть постоит, охладится. Потом мы с вами будем продолжать. Все. Видите, лишний жир сразу уходит. Все, ставим для охлаждения. Займемся нашей основной массой. Как я уже сказала, можно добавить любые ингредиенты. У меня сегодня сыр Филадельфия и козий сыр. Просто козий сыр имеет такой островатый вкус. И мне больше ничего сюда не хочется добавлять. Хорошо, перемешиваем нашу массу и ставим в холодильник или в морозилку хотя бы минут на 10, чтобы она хорошо схватилась. Потому что сейчас у меня ингредиенты комнатной температуры. Они тогда лучше соединяются. Все, ставим в холодильник на полчасика. Наша панировка остыла. Видите, сколько жира. Любите пожирнее, можете не выкладывать на полотенце. Видите, сколько много жира. Сюда мне хочется добавить еще зелени. Любой. У меня это капуста. Я немножко ее измельчила, чтобы добавить яркости в нашу панировку. Посмотрите, как это уже красиво. Все, достаем из холодильника нашу основную массу. Катаем шарики. Я приготовила такие хлебные палочки для украшения. Начнем. И для декора у меня микрогрин, который выращивает на подоконнике моя внучка. Посмотрите, какая это красота. Она говорит, бабушка, это тебе для твоих рецептов. Красота? Что делаем? Теперь все просто. Берем наш основу, катаем шарик, стараемся круглый, и обкатываем. Так, хорошо, чтобы прилипла наша панировочка. Вот так. Такой у меня что-то большой вышел. Так, еще давайте один сделаем. Можно сделать поменьше. У меня что-то сегодня получились очень большие. Вот так. Красота. Выкладываем нашу закуску. Нам остается только добавить вот так. И поставить всю эту красоту в холодильник до торжества.
Ну и, конечно же, микрогрин. Всем спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на мой канал. И мы с вами готовим такие чудесные рецепты. Я думаю, такая закуска может украсить праздничный стол. Смотрите, как это красиво. Всем приятного аппетита. Просто, красиво и быстро. Я продолжаю катать, так как мне надо доделать все мои шарики. Видите, делается очень быстро. Всем спасибо, что вы были со мной. И всем пока.